Ветераны стройотрядовцы готовятся к большому слету бойцов студенческого движения. Мероприятие намечено на август. Сейчас активисты заняты тренировками и обсуждением программы. Александр Михайлович Львов – ветеран стройотрядов. Он был студентом в конце 60-х годов. Говорит, это его лучшие годы. Вместе с отрядом удалось побывать в разных точках страны. Молодые ребята помогали строить важные социальные объекты. Например, на Целине мы построили фундамент школы на 1000 мест, на 1200 даже. В поселке Ключи, в 30 километрах от сопки Ключевской. Там же построили, фундамент детского садика. Вспомнить лучшие годы и передать нынешнему поколению стройотрядовцев дух романтики и походной жизни – одна из целей будущего грандиозного мероприятия. 7 и 8 августа ветераны студенческих отрядов примут участие в первом большом слете. В программе торжественной части спартакиада к последней необходимо подготовиться, поэтому даже на оргсобрании нашлась минутка для тренировки. Планируется, что слет соберет более 300 человек – все те, кто был в стройотрядах в 60-х, 70-х и 80-х годах. Первая часть мероприятия пройдет в Антонове, гуманитарном институте НУФГУ. 7 августа это будет торжественное заседание, будет вручение медалей ветеранов, будут агитки студенческих строительных отрядов, люди уже готовятся. А 8 на базе НУФГУ в Песочках будет спортивное соревнование. Всех ветеранов стройотрядов о мероприятии оповестит оргкомитет. Предполагается, что бывшие студенты приедут на слеты из разных городов. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по телефону 8 921 706 8002.